Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Заходим на биржу Rudex, нажимаем вот здесь на три полоски и нажимаем здесь депозит, вывод. Перешли на вкладку, где можно получить реквизиты на ввод и на вывод. Нужно поставить вот здесь галочку для того, чтобы отобразилась страничка целиком полностью. Опускаемся вниз, и вот здесь у нас есть две кнопочки: ввести депозит и вывести депозит. Мы будем выводить USDT. Вот здесь нажимаете на кнопочку и выбираете любую криптомонету, которую вы хотите куда-то вывести. Для того, чтобы куда-то вывести, вы должны знать адрес, на который будете выводить. Нажимаем на кнопку «Вывести» сейчас. И нам выходит такая табличка, куда нужно вставить реквизиты. Значит, мы видим, что доступно 1596 USDT. И нас предупреждают, что вывод будет через шлюз. То есть вы должны понимать, что у USDT есть три шлюза. Через ERC-20, это на платформе эфириума. OMNI, это на платформе биткоина. И на платформе комиссия шлюза 3 USDT. Сюда нужно ввести адрес кошелька, на который мы будем выводить. Ставим здесь 99 USDT, ровно столько я буду оплачивать за уроки в онлайне. Для этого я захожу в Viber. Вот меня уже спрашивают, не делали еще перевод? Нет, не делала, потому что записываю ролик. Копирую адрес кошелька на тизер. Дослушайте до конца, я вам расскажу, за какие курсы я перевожу 99 USDT. Ставить. И проверяем. Начинается на ТЗ, заканчивается РК. Проверяем. Начинается на ТЗ, заканчивается РК. Значит, адрес вставили правильно. Я делаю скрин обязательно. Окей. И нажимаю кнопку «Вывести». Меня запрашивает пароль. Я вставила пароль. И нажимаю «Войти». Так как у меня есть партнерская ссылка от биржи Rudex, с меня взимается комиссия в токенах этой биржи. Нажимаю «Подтвердить». Транзакция подтверждена. И нажимаю «Вывести». Нажимаю еще раз «Подтвердить». Транзакция подтверждена. Когда табличка вышла третий раз, тут я засомневалась в своих действиях и нажала на кнопку «Отменить». И очень правильно сделала. Посмотрите, у меня осталось 1398 USDT, а потому что у меня прошло две транзакции. Понимаете, это вот хорошо, то, что я знаю этих ребят. И видно, да, что прошло две транзакции, два раза снялось по $99 вот на этот кошелек. И если я зайду в Viber, мы начали переписку с Александром, я ему показала, что прошло две транзакции, и он мне тут же пишет: один перевод вернуть обратно или продлить мне обучение не на 6 месяцев, а на год. Ну, я написала, я подумаю пару дней, пока не возвращает. Но если бы вы переводили просто онлайн-переводом, например, через систему BestChange или на какую-то другую биржу чужому человеку, то вы могли бы распрощаться со своими деньгами. Поэтому будьте очень внимательными. Я специально не вырезала свой косяк для того, чтобы поделиться именно этим с вами. А сейчас я хочу вам рассказать, что же это за курсы, за такие, за которые я оплатила. Ведет эти курсы Юрий Бошников, уникальный мальчик. Рассказывает все очень красиво, доступно, живенько. Прям вот, конфетка. Такой молодец. Я прошла у него первые курсы, как оформить канал на YouTube с нуля, для того, чтобы просто пополнить свои знания, как настроить канал, чтобы было больше просмотров. И второй курс я у него прошла, как создать сайт с нуля. Когда-то у меня был сайт. Создавала я его в Google+, и это в тандеме очень хорошо работало. Юра в бесплатном обучении дает все пошаговые действия, как создать канал. Как создать сайт, как установить хостинг. И я представляю, что я получу на платных курсах. Ну и, конечно же, я тоже буду делать на своем канале обучающие уроки по биржам. У меня на канале есть плейлист, который называется «Регистрация на криптобирже. Вот обмен, вывод». Дело в том, что на каждой бирже есть партнерская программа. Поэтому под каждым роликом я оставляю ссылку на регистрацию,
И эта ссылка практически в первой строке. Но если вам нужны другие биржи, нажимайте на кнопку «Еще» и ищите здесь в описаниях ссылка на биржу RUDEX, ссылка на белорусскую биржу, ссылка на биржу BTC Alpha, на EXMO, ссылка на HotBit и так далее. И к каждой регистрации на биржу прикреплен ролик, как там зарегистрироваться. Раз на каждой бирже есть ссылка партнерская, значит, там есть партнерская программа. То есть вы зарегистрировались на бирже, приглашаете на эту биржу, вот так делаете ролики, совмещаете сайт со своим каналом, то есть у меня будет на сайте именно продвижение этого плейлиста. То есть вы будете регистрироваться по моей ссылке, делать какие-то транзакции на тех биржах, и мне будет капать какая-то копеечка. А также я буду вставлять там баннеры для рекламы и зарабатывать еще и на этих баннерах. Это честный заработок на партнерской программе. Поэтому, если у вас есть желание зарабатывать честно на честной партнерской программе, то вы на правильном канале, вы на правильном пути. Вы просто будете молодцы, если будете действовать моим советам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. С вами была Валентина Синема 2.